Всем привет, ребят! И таки да, к нам приближается именно тот праздник, который обычно люди делятся на два типа. Это те, кто ненавидит этот праздник, и те, кто ждут подарка, так скажем, да? И в этом году я отношусь ко второму типу людей, просто потому что у меня есть молодой человек. И да, это будет первый мой день Святого Валентина, когда я его отпраздную со своим парнем. Но сегодня видео не об этом, сегодня я вам покажу 4 простых варианта открыток, которые можно сделать своими руками. И если вам это интересно, то приятного просмотра! Trouble when you're down.
Все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И всех целую. До встречи!